Ребят, привет всем. Слава Бабрич, Валера Жеглов, Саня Донхом, Дон Жуан и Жека Херсон против СГТ, Хабян, КГБ Прексор и Бог войны. Саня в предыдущем бою показал себя хорошим бойцом. Веселым. Спасибо. Так Да. утешил. Причем ты утешил? Я тебя хвалю. А ты еще выпендриваешься. Ну, выпендривается он, ребята. Ребята, готовьтесь, тут Кубельваген будет. Начинается. Нет, я просто объясняю. Готовьтесь. Так давайте через железнодорожный мост. Кулбрис, извини, нас четыре. Так и быть. Братан, напишу тебе. Так, напиши, Извини. я тоже привоз кинул. У нас четыре. У нас четыре. Четыре. Саперы наготове. Мы это сделаем. Ух, сейчас пулеметов понадобится. Да, три новых мента. Пулеметов надо жить. Сейчас лопаты просто будут стопками бежать. Почему это стопками? Мы будем их в топки засовывать. Так, а во что ж идти? В Б4 опять, что ли? Пока неизвестно. Пока, значит, не пойдем ни во что. Да, туда, товарищ. За ней, лучше, лучше сюда пойдем. Ведем захват. Не год буянят. Вам нужно что-то построить. Так, в поселке пока никого не наблюдать. Да ну нахуй. Я в первый дом сяду, посижу. Подождите. Ё-моё, моя же задача. Сейчас посвечу, что тут с патронами у нас происходит. О, на патронах уже лопаты. Два отряда. Вам нужно что-то взорвать? Идут ко мне. На чем они? На велосипеде. Педики на велосипедике. Слушай, что они так не любят моих штурмовиков? Глянь, стреляет, стреляет, только одного убили. О, второго надо валить. Вот сюда отходи. Сейчас принесу пополняшку. Отлично. О, вторая партия лопат под пулемет лезут. Лопаты подходят. О, кибель еще появился. А зачем мы полезли сюда? Кто это полез? Кто? Я не полез. Я кибель увидел. Я только пулемет хочу отпугнуть, их не могу. Там здание стоит пулемет. Я сейчас уйду. Точку захочу. Смотри, смотри. Ребята, они там, скорее всего, база. Давайте. Полюба. Припасами вообще такой напряг. Что-то я машинку жду-жду, никак не дождусь. Едет, только выехала. Ты каким бензином заправил ее? Ё-моё. 75-м. 75-го не бывает. Да я шучу. Все, навоевался. Немцы, да? Минометов мало. Ну я один пока построил, сейчас второй заказал. Валера, ты. А вон их не охалабуда, ребята. Смотри, они интенсивно лезут на звезду. Нет, уже не лезут. Вон база. Сейчас миномет начнет чуть-чуть накрывать. Что вы хотите сказать? Что мы ее будем... Destroy everything. Стрелки готовы. Идти след в след, так будет легче. Так, вроде все заняты делом. Кто минирует, кто люшку тянет. Меняем ракурс. У меня со спецэффектами видео. Так, пополняшка, пополняйся, приехал. Давайте минометами вот сюда, ребят, пожалуйста. А что вот эти пацаны делают тут? Курят. Они просто курят. Курят. Курят бамбук. Машинка, ебать, не волнует. Тише, тише. Да вы что там ее держать? Я что туда бегать буду, блядь? Сейчас я подъеду. Я город, говорю, город, это... город еду. Ой-ой-ой, забирайте, забирайте пулемет. Вы забирайте. Питаюсь. В доме, забирайте раз, пулемет. Раз. Ай, красивый. Сейчас подъеду, подъеду к тройке, еду. Hello. 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 Еду. Так. Это лаборативные, надо уходить. Слышишь, наглый миномет меня уже достает. Так, ладно. Включай лечение. Лучил.
Так, а что ж делать? Кого, в кого ж идти? Готово! Так точно. Ну шо, кто поддержит? Я пошел бензин забирать. Да подожди, я сейчас подойду, давай, подожди. Давай. Там сидят уже седуны, вон, видишь? Седуны? Или серуны? Не, опа. Это кто там хочет объехать нас? Никто там пулемет мосты, никто не объедет. Далеко. Там уже никто не объедет. А что ж делать? Я до сих пор не выбрал себе командира. Слушай, тут стоит миномет, и, судя по всему, он пополняется просто. Мы на шар его валим. Смотри. Забирайте пулемет. Валера, убирай миномет. Да, есть. Ждем приказа. Шевелите! Там вьючка еще. Задрала. Что мы можем? Да, товарищ. Пути! Ребят, ну шо? Нападай мне. Выполняю. Новобранцы перепрыгают забор уже. Мы готовы. А, вот оно что, пацаны, вторую базу нашел. Сейчас у меня будет гореть. И забываем включать лечение. Вот этот новый. Ой-ой-ой, простите. Лучше смерть, чем отступление. Мы истекаем кровью, товарищ! А эти тиканули. Стреснули, ты хотел сказать. Ну вот зачем ты так сейчас оскорбляешь пацанов? Они-то воевали. Саперы, тут нужен топливный склад. Мы выдвигаемся. Я так понял. Ребят, мы в куче стоим, потому что коровы. Да, да, да. Ждем корову. Вот ждем этот, корову. Вот да. Этот сейчас пулемет заберут. Ждем вашей команды. Да. Надо пулемет местами поменять, а то тут 3 осталось, а тут 6. Уже здание на полуразрушенном состоянии. Пулемет здесь, ребят, аккуратнее. Слава, ты на пулемет прямо идешь. Ваш приказ, товарищ. Так, пушка прибыла. Нужна. А мне ребята посоветовали использовать клавиши быстрого вызова. Вот я начал по чуть-чуть обучаться. Катюша сейчас, мама не горюй. Короче, я... О, я нечаянно в бабу! Твою мать, Женя, что ты делаешь? Ты в бабу ушел, молодец. Да, твою налево. Вот это да, вот это эпик фейл. Надо Джексон строить. О, вражины идут. Вам нужно что-то взорвать. Ребята, там сейчас раздолбят это. Надо Катюшу. Кто пошел бабу, может Катюшу построить. Построю. Да. Я пойду, наверное, Катюша. Или ты, Женя? Я уже Ну, хочешь, давай тоже. Я вот тут сейчас ремонт настрою. Вот эти пули, вот эти минометчики вообще что-то опасные парни. Я бью по базе, ребят. Что мы можем сделать? Вперед! Бей, Валера, бей. Хватит клювом щелкать. Я тоже сейчас палить по базе. Бей его, бей. Надо готовы. Идти след в след, так будет легче. Опять-то. Валера. Слава беспредельщик. Давай, давай, уходи. На своем джипе, да? Да, да, да. Сейчас пушку заберу. Забирай пушку.
Ребят, сейчас будет Катюша, потерпите. Да, пушку забирай, пушку забирайте, ребята. Вот эти пошаговая стратегия, блин. А что ты делаешь? Пушку забирайте. Саша, не что могу. Ты творишь? У него тормозит, не ори, бля, не ори, у него тормозит. Я понимаю, ну просто Саша... Сори, я извиняюсь, я не здорово. Ходи так никогда, Саша. Будешь? Я не вижу нифига, вообще, нифига. Вот у меня все повторное подключение соединяется. Что это за ерунда? Все. Здорово, привет. Здорово начало гасить. Отдал пушку. Слава, забирай машинку, потеряй сейчас. Слава, забирай машинку, потеряй. Слава, забирай машинку, потеряй. Еще Слава забирай. Что это такое? Никогда, Саша, не играй так, как ты играл сейчас, с пушкой. Никогда. Я еще раз объясняю. Ты зачем пошел пушкой? Потому что у меня она была прикрыта, пока я... Я еще раз говорю, никогда так не играй. Играют так нубы. Вот так, как... Вот этих посадите нормально, я ж построил. Я еще раз... Так только играют нубы, Саша. Да при чем тут нубы? Я же тебе объясняю. Я еще раз говорю. Базы нету. Никогда не играйте вот так, как ты играл. Я не играю, потому что... Еще раз говорю, ты сыграл как нуб. Откровенно говоря. Пушкой, запомни. Если ты увидел базу и думаешь, что сейчас приду разобью, то сразу обязательно ты ее проебаешь. Ну я тут согласен с Славой, да, так опасно. Я абсолютно, Слава, я тебя поддерживаю. Относительно, ты прав, 100%, я же не спорю. Вот, вот теперь у меня игра растормозилась, я хоть смогу увидеть что-то. Не могу понять, что это такое, у меня такого никогда не было до этого. Это бывает очень часто. Да, бывает, но когда ты идет пошаговая стратегия, вот сейчас я показал точку сбора миномета, вот миномет идет, и он еще не дошел. Короче, может быть у меня в Торрен так что-то... Вон она, та корова, я за ней. Какие Торренты? Ты чё? Ебать, вон она. Там две. Вторая готовится стрелять. Попробую ее тоже взять. Давай, Валера полез. Все, есть. Уходи, уходи, ты на пушку. Пытаюсь. А не, красавчик, уходи, уходи. Ты шо, Валера, 3/4, 2 звезды за один заход? Две коровы убил, что хотел. Красава. Да? Что тут скажешь? Валера молодец. Да, тут я неплохо сработал, это их проеб. Может, у них тоже там. Едь сюда, ремонтируйся, я здесь построю. А я там строю. Все, господа, я выпал. Базу расхуячил. Блядь, Саша, вылетел. Я же говорю, что-то случилось. Сейчас я перегружу полностью. Оборудование. Это проблема... Оборудование надо нормальное, или как там сказать? Отличное, все апгрейдное. До, можно сказать, не могу сказать, что до максимума, но 8 гигов. 79-50 витях, а все отлично было до сегодняшнего момента. Значит, выключай порнуху, которую качаешь. Ничего не отвечаю. Вопрос в другом. Я думаю, что... Я сегодня, кроме того, что только торрент обновил, сделал обновление торрента, и начались какие-то глюки непонятные. Я с этим связан. Это связи нету, ребята, еще раз говорю. Это нету связи, нормально. Так, брат, ну так не катит. У нас тут не прикрывают, пацаны. Пума приехал. Есть с кем пуму встретить? Да, пушка сейчас не добьет. Не, пацаны добили. Граната добила. Нормально. Еще идут, они опять заходят. Они обидели. Есть на что. Танк. Там пушка же должна встречать. Есть. Там пушки уже давно нету. Там очень много пехоты, очень. Тварь, танк. Пушка не по танку валит. По танку била.
Поставь, чтобы стреляло. Сейчас я эти четыре отряда попробую. Ой-ой-ой. Неужели ни одной сушки нет, ребята? Есть, едет. Да тот приехал уже. Не, ну это не годится никуда, такие заеды. Саперы на готове. Мы выдвигаемся. Так, откатался. Отъездился. Внимание, мечеть. Я пушку забыл. Ну это мы еще посмотрим. По полняху можно на... ненадолго вот сюда? Пулемет готов. Еду. Пулемет, мы тут позицию. Пополнимся. Да, я костер здесь подожгу. Приготовить орудие к бою. Мы пополнимся. Да, товарищ. Окрест, наступаем. Так, а что с бензином? Дополняйте и укладывайте. Зина, что с бензином? У врага еще есть 300 очков. Бензин поехал. Спасибо, орудие Слава, за поклонение. Всем всегда, пожалуйста. Ничего себе. Какой ты сегодня просто душечка. Так, читерская фигня. О! Ого! Нихуя себе. Сказала я. А куда они отступают? О, это хорошо. Вот сюда. Ну и туда летит Катюша, значит. Давай. След в след, так будет легче. Уложить мешки. Да ладно, под обстрелом. Шо, может рванем три четверка? Опять. Давай, Валера. Надо. Надо. За ваших солдат отвечаете вы. Если они умрут от холода, то не смогут умереть в бою. Панцеры бегут. Ну, опять появился. Ну, у нас пусть, новый отряд. Готов. Да, товарищ. Попробуй в объезд проехать. Давай, давай. Я пошел минировать, а то они будут так бегать. До скончания веков. А 300 начинаем боеприпасов работу. Надо ж куда-то девать. Здесь нужны противотанковые мины. Саперы, нормально. Поставить противотанковые мины. Пазу разложили, пазу. Блять, опять две коровы, сука. А ты ездил мне? Нет еще. А че? Да, блядь, подбитый. Там Шреков пиздец, блядь. А вон там сидят они. Отдыхают. Сейчас они отдохнут. Слава, зачем ты их спугнул? Вот два. Да надо было сначала, чтобы Катюша порадовала. Да там миномет. Сам спугнул. А, они пошли через другой вход. Угу. Надо забирать бензин. Ну тут не очень нравится. Ну. Затяни шнурки потуже.
Я одну Катюшу, она сдохла, бедолашная. У них эти стоят, опеля. Еще одна машина потеряна во благо Родины. Кто-нибудь видит Катюши? Опеля только вижу. Забирайте, забирайте. Есть приказы? Да. Ну-ну, немцы, нам надо забирать бензин, сильно много мы их откармливаем. А, они опеля, я ж тебе говорю, держат, блядь. Мог бы вот это бахнуть по-быстрому, если есть возможность. Еду. Слава, смотри, все. Всё, уже не я только прицельно дал по ним. Славная победа, товарищ. Славная победа, товарищ. Я проехал, два опеля убил. И эту бочку считаю. Ну и все, и стало все ясно. Я не понял, что молодцы. А кто сейчас трансляцию ведет? Никто, я записываю для канала и выкладываю на YouTube. Не, может, Слава ведет трансляцию? Я не знаю. Я трансляцию. Ты опять, Саша, вылетел, да? Не, да. Я в прошлый раз не вылетел, в прошлый раз хоть не тормозил. А так тупо, когда ты вот начал кричать по поводу пушки, меня задержали штурмари, вот, и пушка была под прикрытием пулемета. Я же это все контролировал. Нет, пулемет далеко стоял, он в доме. В здании, да, так нормально. Я же... Но это далеко.